Друзья, вы на канале Жизнь Тревел. Меня зовут Людмила. Я со своей семьей, с дочкой и с внучкой отдыхаю в Черногории. На сегодня мы отправляемся из Катору в Будву. Стоимость билетов 10 евро на двух взрослых и ребенку 7 лет. Вот. Автобусы из Катора в Будву ходят часто, каждый практически полчаса. Такой небольшой автовокзал. Багаж оплачивается отдельно, вот вне зависимости, чемодан или рюкзак, 1 евро, одна позиция. Смотрите наши предыдущие выпуски. Вчера у Милки был день рождения, который очень понравился, ребят, но очень мало времени, на который у нас всего лишь было 4 дня, 2 дня с одной стороны. Посмотрите, мы посещали резорты безоплатно. Вот, или 2 дня со стороны уже которая в Доброте жили. Отличный отель, отличные хозяева. Ого. 4,80 получается билетик. Вот. До Будвы. Автобус отличный, кондиционер, все супер. Погнали. Небольшой вам лайфхак от канала Жизнь Тревел. Сейчас вот была остановка возле фуникулера, который поднимает наверх. Вчера мы ехали на такси, с которого сюда, правда, туда и обратно, стоило это 30 евро. И это довольно-таки хорошая цена на сегодняшний день, пик отдыха, август месяц. Цены 60 евро, так что если вы без авто, на автовокзале берете билет на Будву до фуникулера, просто доезжаете, выходите, я не знаю, может, пару евро будет, пару евро это будет стоить, но мы не знали, и у нас время было ограничено. А если у вас много времени, зачем переплачивать? Вот, пользуйтесь, ребят. А мы едем в Будву, посмотрим. Несколько дней у нас в Будве, а точнее 3, и вам покажем, что за это время можно увидеть. У нас уже 4-й переезд. Посмотрите предыдущие выпуски. Может, что-то найдете для себя интересненькое. Ты засыпаешь? Нет? Не тошнит? Здравствуй, Будва. Мы заселяемся в такие апартаменты. Холодильничек, печечка, стол, кондиционер, такая комната, еще одна кровать, телевизор, зеркало, шкаф. Нам тут 3 дня, душ. Ну, все есть, все необходимое есть. Стоимостью, по-моему, 70 евро в сутки. Hello, Будва! Мы в Будве. Давай. Мы в Будве. Мы направляемся на ближайший пляж от наших апартаментов. Апартаменты находятся 900 метров
Вот пляж и такой вниз, конечно, спуск, а вверх придется подняться. Хозяйка уверяет, что такси 3 евро стоит. Ну, не знаю, посмотрим вечером. Мы уже сейчас вышли, уже 5 часов вечера. Вот. Так, идем на первый ближайший пляж. Не терять время в поиске. Тут строится что-то. Собач, привет! Это у нас 4-й переезд. Мы своим ходом. Смотрите предыдущие выпуски. Так, куда мы выходим? Да, я вам рекомендую попробовать мороженое Маршал. Очень вкусное. И вот мы выходим на красоту. На набережной Будвы. Тут экскурсии, кораблики виднеются. А где же пляж ближайший? Ай, дочь. Ага. Короче, ближайшая пляжа. Вот таким макаром выглядит это все. Безоплатный пляж. Да, дальше надо идти. Тут людей. Будва в полном разгаре. Лежачка шезлонга 15 евро. Блин, тут кораблики. Конечно, мне этот пляж не особо заходит, но уже вечер. Мы уже не будем ничего искать. Будем здесь. Тут на пару часов. Зайди вот сюда, глянь. А красивая, да? Смотри, какая будва. Пальмочки, под шезлонги. А, ну что, уже вечер, смысл его сейчас брать, да? Пошли, мила, пойдем за мамой, пойдем с бабушкой. Да, конечно, водичка, ну. Все, я пошла. Не надо. Вода, конечно, после которой не сравнится Петровца. Пока тут, ну, это... Я так понимаю, это городской пляж. Мила, давай к бабушке. Ну, водичка такая. Людей очень много.
Кушай мороженое, кушай. Давай вот так вот иди, Мил. Вот здесь иди. Пошли, бабушка отнесет камеру. Пойдем. Оденем на рукавник и поплаваем. Пойдем. Как тебе водичка? Вода вообще очень теплая. А для меня она очень холодная. Холодная? Ну, ты просто перегрелась, пока мы шли. Кушай вафельку сейчас. Ну, мы прямо в эпицентре вот этих всех лодок и масла моторного. Прямо в эпицентре. Ну, а вот уже остров Святого Николая, я так понимаю. Мы сегодня все узнаем. Мы в эпицентре. Дочь, мы в эпицентре моторного масла. И бычков. Не хочет. Держи. Пошли. Мы упали на шезлонги. Походу тут, ну, я так думаю, в кафе что-то приобретаешь, и можно на шезлонгах на этих отдыхать. Ну, не факт. Мы уже полчаса, нас никто пока не трогал. Посмотрим, что дальше будет. Ну, Бурма мне напоминает именно этот пляж городской, как Одесса. Ну, приблизительно городской в Одессе, на Аркадии. Куча народа. Милке нравится песочек, да, Милка? И ведерко не взяли, да? Да, я свою защиту. Идите с мамой купайтесь. Движение здесь, мы без переодеваний сразу оделись и сразу гулять. Что хочу сказать, мы были в Петровце, были в Которе, но Будва сразу чувствуется, цены намного ниже. Даже просто мороженое, просто шарик, который это 2,50 один шарик, здесь евро. Здрасте. О, евро, фисташка, да, да. Вкусная. Расположилась очень много ресторанов на набережной. Так, мы идем по направлению в старый город. Набережная такая приятная, по ней походить, погулять. Везде меню. Такая набережная. Пальмами. Нам надо найти прогулку на остров Святого Николая, и достаточно. Там три островка какие-то. Святий Стефан, мы сами хотим поехать своим ходом. Не по морю, а по суше. Апероль, скутер. Апорольчик. Кушай, дочь, не хочу. Тур.
Turkish. Turkish. А что продается? Мороженое. А вон кушаем. Там мы только съели. Спасибо. Пожалуйста. Турецкое мороженое. Колесо обозрения. Все, пошлите. А ты хочешь? Пойдемте. А колесо? Конечно. Так пошли посмотрим город. Ну пошлите. Вот он, старая будва. Ну, вот. Может, прикольно будет. Ну еще успеем, мило, придем. Ну, 100%. Я вот здесь фотку хочу, как колесо, как это. Может, сфоткаешь меня, мам? Пока. Да? Я со школы. Я сюда. Давай, пофоткаемся. Возьми ее, погладь. Погладить можно. А делай да на другую сторону. А делай да на другую сторону. А я тебя делаю. А ведь там игрушка, Вайли. А ну давайте, девочки, проходочку по такому, по такой будве давай. То есть тебе надо эту бутылку выкинуть. Такие цвета не было, вообще шикарная роза. Смотри, как классно. Типа рыбный ресторан. Рыбный суп 5 евро, шницель, вот этот 16. Тут можно будет дать покушать. Марина, мы все ближе к старому городу. Так, где ж тут вход? Это подводная лодка. Да, подводная лодка. Я просто не знаю, как... А, нет, вроде как кораблик. А может и подводная лодка. Не знаю. Пишите в комментариях, что это такое. Не, ну похоже на подводную лодку. Да? Да, в Африке там деревянный был, Милка, в Африке деревянный кораблик там. Рестораны, рестораны с разной тематикой. Красиво. А тут яхты приватные. Вот колесо обозрения, и через дорогу тут сумасшедшая очередь. Один шарик 3 евро. Это просто мам. Сказка. У меня фисташковая, мам. Она просто обалденная. Манговая. Нет, у меня обалденная. У тебя обалденная. Нет, манговая. Девочки, у меня обалденная. Юля, кокос вкусный.
Сказка. Райская насолода. У меня фисташка. Ой, супер. Но очередь отстоять, я такого еще не видела. 3 евро шарик и просто капец. Люди платят по 50 евро там за 5 мороженых. Это интересный контент. Чтобы вы понимали, просто какая очередь за мороженым. Не, ну я скажу, сейчас уже поменьше. А то прям так нормально. Людей, такое движение, как на параде.